Сейчас мы приехали к женщине одинокой, пожилой, которая сейчас на пенсии, проживает в Макеевке в общежитии. Ну, здесь общежитие получше того, что мы видели раньше. Это на Мирном. К сожалению, она осталась одинокой, и особо у нее возможности покупать полноценные продукты и тому прочее нет. На скудную пенсию сильно не проживешь. У нее никогда не было собственного дома, она снимала жилье, потом ей выдали в 2005 году общежитие здесь, комнату. И она осталась одинокая. Дочка уехала в Сибирь давным-давно и забыла за маму. Сегодня мы привезли ей продукты благодаря замечательным людям из города Самары, которые жертвовали свои средства на концерте Юлии Славянской на православной выставке «Благословенная Самара». Вот благодаря вашим пожертвованиям мы проведали эту женщину. Спасибо вам, ребята из России. Огромный вам и низкий поклон. Спасибо. Спасибо большое, ради Бога. Мне как-то сказала вот эта волонтер ваша, это Вику.